Привет, ребята, вы на канале Катер Эндек, с вами я, Катя. Сегодня у нас будет очередной туториал. Если посмотреть в плейлистах, туториал... как? Он называется, то у нас вышло уже два туториала. Как скачать Vime World, и если я говорю правильно, как установить скин на Vime World. Вышло два туториала, они набрали не так много просмотров, но сейчас я не могу... собственно, выкладывать видео про какие-то мини-игры и так далее, могу только про туториалы, потому что мини-игры будут в конце этого месяца, потому что я сейчас некие проблемы, я не буду вам говорить какие, я думаю, все эти проблемы когда-то стыкались прям вот рядышком, не буду говорить какие, все, закончим на этом тему, и начнем, собственно, устанавливать туториал. Туториал по установке, точнее, туториал по установке текстур пака на сервер Vime World. Я когда-то тоже столкнулась с такой вещью, когда не могла установить, но потом уже все-таки пришлось мне как понять, как это сделать, и я так и сделала. Понять, как установить текстур пак именно на Vime World. Потому что установить его на Minecraft крайне легко, если у вас есть лаунчер Майнкрафта, а в нем сразу прямая ссылка на файлы, там где можно установить всякие скины, там моды, что там еще, карты скачать и все такое, шейдеры, да, все такое, такое вот, такое вот. А на Vime World немножечко другой путь, но он очень похож. Сегодня я вам расскажу. И также этот ресурс пак будет необычный, а который повышает FPS. Но, конечно, ресурс паки, они очень тяжелые, поэтому они также реагируют на ваш FPS и на качество съемки бандикома, чтобы ничего не тормозило. В смысле, никак, но этот, именно этот... ресурс пака я посмотрела, больше нигде такого не нашла, то есть он один на весь мир, который реально повышает FPS, а не наоборот его затрачивает. И этот ресурс пак реально работает, он повышает FPS с тем учетом, что вы загружаете бандиков, снимаете видеоролик, и плюс вы еще как бы, да, качаете ресурс пак, который затрагивает ваш FPS немножко, но он еще его и повышает. Повышается FPS от 30, может повышиться до 60 FPS, то есть повышает он прими хорошо так FPS, и также я вам зайду и покажу, что он реально повысил FPS. А для начала, чтобы нам загрузить папку, куда мы будем устанавливать этот ресурс пак, мы нажимаем на Windows и вводим такое вот слово процент up дата, не забудьте с двумя pp, up дата процент. Кому будет это лень писать, я вот так процент up дата процент. Я это напишу в комментариях, чтобы вы перешли, сразу сюда скопировали, вставили, и все у вас было. Всякий вот папочка роуминг, вы по ней кликаете. Открывается у вас вот такая вот папка. Это папки то, что у вас скачанное, вы ничего не затрагиваете, нажимаете Vime World. Также нажимаете, во что вы играете, у меня Meta Mini Games. Затем нажимаете ресурс пак. И вот уже у меня установлен Омега Пак, то есть вы просто его перекидываете, сначала качаете, потом сразу перекидываете вот этот вот архив, и все. Ссылочка на него будет, как всегда, в описании, и все, он вас перекинул, то есть вы установили. Сейчас я вам покажу, что он реально повысил мне FPS. Для этого нам нужно зайти в Vime World, заходим. И я уже, друзья, в Vime World. И как вы видите, текстурки у меня не поменялись. Такое может быть у всех, может быть не сработать. Я сейчас вам расскажу, что делать, если не сработало. Значит, вы возвращаетесь в ту же папочку. Вот она. Вот она. То есть вот папочка Updata, Roaming, Vime World, Minigames, Resource Pack. То, что мы установили. Вы просто его запускаете, этот Омега Пак ваш. И вот эту вот папочку... секунду. И вот эту вот папочку с Омега Пак перекидываете вот сюда. То есть берете вот так вот раз и перетаскиваете вот сюда. И это у вас извлечение. Это возможно, но у вас просто не сработало, поэтому вам нужно сделать вот так вот и все. Затем, когда вы перетащили этот Омега Пак в папочку роуминг, то есть теперь у меня такой Омега Пак и такой Омега Пак.
Все, закрываем, это нам больше не понадобится. И в данный момент я не перегружала Vime World, то есть просто вот сюда вышла на меню, нажимаем сетевая игра, загружаем Vime. И все. Как бы вот я зашла, теперь настройки. Настройки. Пакеты ресурсов. И вот этот вот Омега Пак мы нажимаем на эту стрелочку, чтобы он переместился. Все. А этот можно убрать. Нет, не можно. Немножко. Так, я открыл папку с пакетом ресурсов, но у меня только один пакет ресурсов, поэтому мы это не делаем. Нажимаем готово, оно немножечко ждет, так подлагивает, чтобы установить это все. Дело. Все, смотрите, все установилось. И смотрите, как текстурпак все поменял. А теперь прикольно, смотрите, все лагает намного меньше, чем лагало. То есть, почему я не снимаю видеоролик, потому что все вот так вот лагает. Так прикольный текстурпак стал, мне он очень нравится. Прикольно, небо такое красивое, да? Кстати, вот это вот, это вроде как листва. Вот это, наверное, листва. В общем, очень интересно, но это такая листва. В общем, очень интересный текстурпак, я вам скажу. Ну, что могу сказать? Текстурпак, конечно, очень-очень непривычный. Снег. Это я вообще пока не знаю, что. Наверное, трава. Конечно, в нем очень тяжело как-то разобраться. Но со временем, я думаю, вы разберетесь, как и я. И давайте посмотрим на мой FPS. Тун-ду-ду-дун-дун-дун. С чем учетом, что я снимаю в бандиком. 38, то есть, короче, 30-40 FPS. Да, у нас получается. То есть у меня было до этого 13. То есть он повысил FPS на 20 буквально. Но, конечно, немножко могу сказать, что вас обманула. То, что 30, сколько ты мне сказала, я уже не помню. Немножечко. Ну, и возможно так мой компьютер. Но я надеюсь, ваш лучше повысится, потому что вот видите, скакает до 40. То есть я вас не обманула, но реально повысилось достаточно на много. Ну. Давайте мы его испробуем, вот такой вот, зайдем в навигатор, так все интересно, необычно, давайте пойдем в Skywarsic, соло, не соло, не пойдем, пойдем в Skywarsic Team, тут долго будет все набираться, вот сюда давайте зайдем, а вот смотри, какая загрузка, какие кубики, все, теперь выбираем команду, вот давайте с этим чуваком, секрет, что-то там, смотрите, как реально классно. Также стартовые наборы. Стартовые наборы сильно от рыцаря, он сильно как бы не поменялись. Но сама, гляньте, какая трава просто яркая. Вот просто, мне кажется, можно наслаждаться этим ресурс-паком. Все так ярко, красиво. Как видите, в настройках все, ресурс-пак ничего не сделал. Вашему персонажу он точно не делал. Если зайдем в персонализацию, как бы тоже ничего не делал, если мы вот так вот сделаем, тоже с вами ничего не делал, поэтому ресурс пак, как по мне, даже зачетный. Меч, как вы видите, маленький такой, шлемак, он, ну, как обычный шлемак, ничем не отличается. Шахта тоже очень интересная, извините за лаги, не достаю. Смотрите, как, ну, вот, все вроде как понятно, да? Что тут, где, как, понятно, но ресурс пак, который поднимает FPS. Даже я посмотрю, сколько у меня сейчас FPS. Ой, как FPS заскакало, друзья. Не знаю даже, что оно так завтыкало. Блин, типа, пацан уже построился. Смотрите, какие кирпичи реально прикольные. Вот это вот камень, поняли? Вот это вот камень. Ой, как там все взрывается. Воду. Ай, не воду, ну пофиг. Ой, это к нам идут, да? Просто ужасно лагает тут, поэтому я и не снимаю. Ведь у меня бронька так не очень. О, пацан мне, гляньте, оставил броньки, я ему очень благодарна. Чувак, если ты смотришь мой видеоролик, или вообще ты просто добрый, спасибо тебе большое. Поблагодарим у этого чувака. Ой, это нехороший чувак, вот это точно нехороший чувак. Ой, смотрите, как весело он меня скинул. Ладно, друзья, на этом, я думаю, мы закончим. Смотреть... мой видеоролик. С вами была я, Катя. Голова Стива. Нет, с вами была просто я, Катя. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И я буду очень рада, ведь в этом я его протестировала, ресурс парк, доказала, что у меня реально все лагает. В конце месяца будет куча этих видосиков, когда проблемы решатся, да? А сейчас пока нет, пока буду снимать туториалы. Да, ну, буду стараться как больше часто, ну, чтобы такой, знаете, и было
и часто и нет, чтобы вас там не замучить и все такое. Ладно, всем спасибо за просмотр, всем пока, пока, пока-пока, друзья, всем еще раз спасибо.